Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, мы продолжаем кататься по дорогам Америки. В прошлой части мы с вами приехали на виноградники. Вот нас на проходной встречал мужик, наверное, Юрик, я так подозреваю. Так, ну и давайте продолжать наше путешествие. Так, не все у нас еще открыто, конечно, на дефолтной карте, но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас и куда. Так, ух ты, трактор, судя по расцветке, Джон Дир. Так, ну вот этот вот маршрут мне в принципе нравится. В принципе, нравится, во-первых, потому что стартуем мы оттуда же, откуда приехали, вот смотрите по карте. Во-вторых, открываем еще один город, джекпот. Так, ну давайте посмотрим еще, что у нас есть. Так, но это уже не совсем, да и платят дешевле. Так, ну и там пошли уже дешевенькие контракты. Так, ну может не совсем дешевенький, а вот именно выигрыш цена расстояния, вот этот вот трактор довольно-таки неплохо себя зарекомендовал. Так, 9 часов 5 минут у нас ожидает этот заказ. Давайте посмотрим по карте, где мы находимся. Может нам отдохнуть надо? Так, отдохнуть мы поблизости здесь навряд ли сможем, да? Так. Ближайшее место отдыха не знаю. Разве что только на заправке. Хотя что-то я вообще не наблюдаю здесь мест отдыха. Ну, в любом случае, если мы даже поедем на заправку... Ну-ка, давайте посмотрим вообще. Что у нас со шкалой усталости? Да, шкала усталости у нас, мягко говоря, нехорошо, да? Так, ну хотелось бы мне взять этот заказ, блин. Так, если что, только до заправки попробовать проехать. Ну-ка, покажите мне еще раз карту. Да, здесь, смотрите, есть и место отдыха, в принципе. Есть и место отдыха. Так, сюда мы с вами 27 минут. Так, я думаю, успеем, друзья, На обратном пути как раз и заправимся. Так. Ну, хорошо. Хорошо, давайте время терять не будем. И проедем. Проедем, отдохнем, наверное. Потом, я надеюсь, этот заказик нас дождется. Так, ну 30 миль это смешно, конечно. Я так думаю, что... мы немножечко превысим все-таки скорость. Так, здесь у нас 55. Поэтому на всех парах, как говорится, мчим. Смотрим, что полицейский... Куда? Чуть не проскочил поворот, блин. Полицейские нас не штрафанули по дороге. Так, где тут у нас место отдыха? Придется, конечно, ехать по ночи. Вот здесь, наверное. Да. Совершенно верно. Так,
и отдыхаем. В любом случае, нам нужно было это сделать, потому как дорога дальняя. Так, давайте теперь смотреть еще раз заказы. Остался ли у нас этот трактор? Я все-таки надеюсь, что остался. Нет. Нет, к сожалению, трактора уже нету. Нет, есть, смотрите, вот он. Не совсем он. Но этот маршрут мне даже больше нравится, друзья. Смотрите. 32 тысячи нам заплатят, и мы попадем в Нью-Мехико. Или Нью-Мексико, как правильно называется, да? Так, а здесь? Здесь Юта. Ну, мы там уже были, да? Так. Да, да, друзья. Вот этот маршрут мне нравится больше. Смотрите. Карсон-Сити. Флэгстафф. И непонятное название какой-то города. Короче, язык сломаешь. Вот сюда вот нам нужно будет ехать, да, в Нью-Мексико. Ну что ж, я думаю, надо брать, тем более актуален он в течение 24 часов. Так, а ну-ка, что у нас по стоимости? А по стоимости у нас самый дорогой. Так, ну и довольно-таки выгодный. Давайте. Давайте берем как место назначения. Повезем такой трактор мы. Так, сейчас нужно заправиться по пути сразу же. Так как груз нас будет, в принципе, ждать. Так, через двойную сплошную. Ну, не без этого. Не без этого. Так, где у нас тут заправочка? Так, подготовка к рейсу. Заливаем полный бак до отказа. И вперед за нашим трактором. Тем более у нас скоро рассвет. Без 5:03. Сейчас пока туда доедем, пока прицепимся. И засветло по дню, так сказать, рванем. Так, а что у нас по карте? А, ну у нас еще пока... У нас еще пока что... Карта не открыта именно по рейсу. Так, хорошо. Интересно, Юрик там еще этот на проходной стоит, нет? Сейчас наведаемся. Так, поворот бы не прощелкать опять. Ага, вот он. Что так темно-то, а? Вот плохо, что фары, да, не поворачиваются вместе с баранкой. Как сейчас в некоторых автомобилях уже это, в принципе, реализовано. Так, ну-ка, да, 1294 мили, друзья, скорее всего, мы за одну серию не управимся с этим заказом, хотя, кто его знает, посмотрим, давайте берем его, все-таки 32 тысячи, это вам не цацки-пецки. Так, вон он, ждет нас трактор. Под навесиком.
Так, не посмотрел я, Юрик там, нет? Чё-то не видать. Спать, наверное, пошел. Ну да ладно. Есть. Все. Груз взяли. Отлично. Сейчас вырулит, посмотрим на все это дело со стороны, как обычно. Да, вот такой вот Джон Дирчик у нас. Нет, смотрите, Юрик стоит, курит. Юрик стоит, курит. Под дождем прям, бедолага. Что ж ты в самом деле? Ну давай, давай, браток, удачи тебе. Поехал я. Повез твой заказик. Может, это не Юрик, может, это сторож. Да кто его знает? Так, вот теперь мы можем, кстати, посмотреть карту. Где мы будем останавливаться и будем ли... Так, Рединг. Ну, здесь уже все, в принципе, разведано. Так, Рина. Тоже все уже есть. Вот он, Карсон Сити. Так, так, так. Ага, есть один вопросик все-таки. Повернем мы сюда. Откроем все это дело. Так, Танопа. Ага. Так, Лас-Вегас. Здесь тоже мы все вроде открыли. Уже все, что можно было. Хотя здесь и особо-то открывать, разве что вот, наверное, салон был. Хотя нет, мы здесь не были. Так, ладно, не отвлекаемся. Так. Это что у нас? Флэгстафф. Непонятно, это город. Да, это город. Будем заезжать, нет? Ну, разве что только открыть. Забежим, заскочим. Так. Так, и все. И пункт назначения наш. Лихо. Лихо. Ну ладно. Ладно, не будем больше отвлекаться. Давайте, поехали. Поехали, погнали. Под музычку. Ненавязчивую. Будем зарабатывать на следующий грузовик. Как здесь темно у этого Юрика. Так, а что, 30 до сих пор ограничение, что ли? Ну ладно. 30, так 30. Так, здесь уже 35 можно, да? Так, ну желательно вот по такой дорожке, конечно же, не превышать. Я помню, какая здесь извилистая дорожка у нас, когда мы еще ехали сюда. Аккуратненько сейчас по ней вылезем. Так, вот уже разогнался. Опять-таки. И надо сейчас полицай какой-нибудь навстречу будет ехать. Штрафанет. Они это, заразы, умеют тут. И ухом не успеете моргнуть, как говорится. Так, все вроде бы. 55 миль. Поехали.
Тоже вроде бы извилистая дорога, но вроде как уже без резких подъемов, спусков. Хотя вот тоже резкий подъем, спуск. Но уже не так опасно. В принципе. Вот уже и светает, смотрите. Буквально на глазах. Светает буквально на глазах. Так, опаньки, опаньки. Такие поворотики. Так, вот такой вот рассвет с тучами обычно предвещает днем не очень-то хорошую погоду. Хотя, кто его знает, здесь погода меняется так же, как и время с километражом. Не успел, как говорится, глазом моргнуть, уже что-то другое. Так, 35. Снова здесь, наверное, опасный участок дороги. Или же просто вот через этот мостик. Нет, все-таки нехороший участок дороги. Ух ты, даже 25. Ну да, да, тут согласен. Полностью причем. Что здесь 25 миль в час. Так, все, погнали. Так, ну здесь бы я тоже не стал разгоняться до 55. Хотя вот уже и 40, да? Такой довольно опасный, да? Затяжной поворот. Но грузовик у нас вроде как надежный. Я думаю, выдержит такие испытания. Все, вот и 55. Ну-ка, в лучах заката, в лучах восхода, точнее. Так, а давайте зафоткаемся вот здесь. Вот. Дюже красиво уж больно, а? Так вот. Что-то мне понравилось вот эти вот вращения делать. Вот так вот. Думаю, красивый снимочек будет. Вот у нас начало долгого пути. Так, ну и музычка поживее пошла. Так, когда уже солнышко встанет, что-то мне эти лучи немножечко напрягают.
в лобовое стекло. Так, Рединг впереди у нас. Так, снижаем скорость. Ибо 30 тут сейчас только разрешат нам. Ну вот, как я и говорил, закат. Ой, закат. Восход с тучами. И дождик. Ну, на самом деле, восход тут ни при чем. Я сам так поставил в настройках, но... Так, погнали. Кому же этот трактор понадобился под такую даль, а? Интересно. Так, дворники-то включить надо. Дядя, едешь тут вслепую. Эх, красиво идем. Не сглазить бы. Пофулиганили и хватит. Так, 55 speed limit. Все, поперли. Так, что-то километраж как-то медленно уменьшается. Или это связано с тем, что карта модовская, там расстояние не ахти как. Как есть уже теперь. Или то, что мы медленно едем. Что-то мы медленно едем. Я что-то, по-моему, давно не заглядывал, как там наш водитель второй, наш ракинушки, который катается. Как у него получается денежку зарабатывать. Нормально? Или же он там немножко сачкует?
природа красивая, ёлы-палы. Давайте так посмотрим чуток. Полюбуемся. Скоро пустыня начнется. Там любоваться будет не на что, как говорится. Да, красота. Так, потихоньку, потихоньку здесь сейчас опасные повороты начнутся. Лучше, наверное, смотреть из кабины все-таки. Вот здесь природа Евротрак симулятор напоминает. Если бы, конечно, не вот эта желтая разметка, да? И не наш носатый грузовик. Нифига себе, уже пол кровати у нас заполнено. Это ж сколько раз нам придется, раза два, наверное, в пути еще придется остановиться, наверное, отдыхать. Кто знает. Так, 65 миль в час. По-моему, 55 только в Калифорнии разрешается, нет? Или я ошибаюсь? Или мы куда? Или мы в Неваду уже выехали? Что-то я маршрут-то не посмотрел толком. Да нет. А, точно, точно. Точно, мы уже в Неваде. Получается. Да. Вот так вот. С тихоходного штата мы вылезли. Это хорошо. Это хорошо. Так, сейчас дорога пошире должна пойти. Семьдесят ограничений, прекрасно. Я думаю, наш Петруха 70 выжмет. Да должен, по идее. Куда же он денется-то с подводной лодки? Красота. Так, Рина впереди. Что у нас? Скорость попросят, наверное, сбавлять. Скоро. Нет? Шестьдесят пять. Ну, 65 это не 25 и не 30. Тут можно ехать. Ой-ой-ой-ой, я сейчас тут протараню кого-нибудь.
80. Отлично. Давай, дави на гашетку. Так, ну вот живописная природа, собственно говоря, и закончилась, да? Остается только песочек наблюдать. Ох, и медленно разгоняется Петя. Блин, как нос не вовремя чесаться начал, а? Обычно всегда в такие моменты, когда обе руки заняты, когда на чем-то вот сосредоточен прям, начинает чесаться нос. Ай, сейчас не выдержу. Так, газ придется сбросить. А! Бывает. Так, ну я не знаю, наверное, доедем мы с вами до первой остановочки. Фу ты, ёлки, я думаю, что я нарушил. Произведена выплата по кредиту. До первого ночлега, наверное, доедем мы. Вот. Хотя, кто его знает. Может и дальше поедем. Я имел в виду серию заканчивать, не заканчивать. Ехать до победного, это уже полустрим в записи получается. По продолжительности я имею в виду. Так, ага, впереди у нас точка. Точка разведки. О, боже мой. Уже и спинтайр сюда приплел. В смысле, точка. Открыть надо кадровое агентство там. Я так думаю. Так, тормоза. Сейчас может быть. Нет, не 30, только 55 миль в час, но все равно. А вот теперь 30. Добро пожаловать в Карсон-Сити. Успели. Как мало здесь горит зеленый свет на поворот налево. Донат. Закусочная, где донаты отправляют. Наверное. Так, здесь у нас мотель. Но мы пока не будем, наверное, пользоваться его услугами. Хотя уже, наверное, скоро будет пора. Так, где там у нас кадровое агентство? Вот оно.
Нифига себе, какой поток. Вы видали? Ну, красиво, красиво, ничего не скажешь. Такой оазис в пустыне, да? Зараза, не успел. Ну и фиг с вами. Останавливаться как-то не хотелось, думал, успею на желтые пересечь эту стоп-линию. Нифига. Ладно. Будем считать это издержками производства. Так, ну на следующем мотеле, наверное, придется уже остановиться. По-любому. И ехать дальше ночью. Не кислый такой рейсик. Зато как отхватим бабла в конце. И сразу же новый грузовик купим. Так, вон оно, место отдыха. Так, ну наш орел что-то еще не зевает. Или это дело нескольких минут? Так, тормозим, тормозим. В море не улететь. Нет, хотелось бы еще, конечно, протянуть чуть-чуть по светлому времени суток. Но что-то терзает меня смутные сомнения. Да уж, мотель что надо. Так, а ну давайте посмотрим, что у нас там осталось. А, вот, все, зазевал. 2 часа 3 минуты. Давайте, давайте отдыхать. Ну да. По ночи теперь поедем. Так, никого, никого. Так, что-то в горку, что ли, нифига не разгоняется.
Так, а быстрее еще дворники не могут здесь работать? Судя по всему, нет. Так намного лучше. Да хоть заморгайся. Нехорошо, конечно, поступаю. Так, вот сейчас опять желтый как бы... Во-во-во-во-во-во-во-во! Сволочи! Ну вы же видели, что я торможу. Гады. Уже больше тысячи содрали за эти красные светофоры. Кто ж знал, что он здесь есть, блин, посреди пустыни. Так, что у нас там? Третью часть проехали, да? Так, вот сейчас здесь хоть заранее загорелся. Вот какого фига ночью светофоры не отключают, а? Мне интересно. Вот смысл того, что он сейчас здесь работает. Машин нету. Или они не знают там, как это делать. Вах-вах-вах-вах-вах. Так, 62 200. Было сколько? 66. Так, ну кредит, в принципе, выплатили, да, там 3 с копейками. Да, получается где-то 1200-1300 отдали за проезды на красный свет. Сколько нам там за груз-то хоть платят? 1030, по-моему, было. Ну вот, значит, 28 где-то пока что остается у нас. Будем все-таки вежливыми, культурными. Хотя с дальним светом реально лучше ехать. Просто наверняка же сами ругаемся и материмся, когда кто-нибудь или сзади
как влепит через зеркала. Или спереди. Ну, спереди вот можно отомстить, да, в ответку врубить. А вот сзади, блин, ужас. Иной раз даже приостановишься, чтобы обогнать, и он приостанавливается. Знаете, как будто специально вот делает. Ну, сейчас, по-моему, кровать заметно медленней прибывает, или мне кажется. Так, где уже рассвет там, а? Запарился я по ночи ехать. Дайте мне светлое время суток. Дорога широкая, в принципе. Я думаю, сейчас ничего страшного. Ух ты, 65 тут. Вот хорошо, что все-таки сделали вот окрашивание красным вот этого индикатора на GPS. Привлекает внимание, когда нарушаешь. Спору нет. Так, 80. Блин, а нам сворачивать. Обидно, конечно. Досадно, ну ладно. Это, скорее всего, там тот город открыть, да? А нет, это Лас-Вегас. Это всего лишь Лас-Вегас. Казино, казино, казино. Так, это где мы, значит, уже... Ух ты, уже, в принципе, не кисло мы проехали. Так, ну полпути точно, я так думаю. Хотя вот здесь вот непонятно какой масштаб. Но здесь будет у нас пустынно уже после Лас-Вегаса. Здесь модовская карта, здесь особо смотреть-то не на что будет. Так, я вот не знаю, прерывать серию или уже до победного теперь ехать. Уже больше половины мы с вами проехали. Так, надо сбавлять сейчас. Нам стопудово красный загорится. Ну, конечно. Вот иной раз чуть-чуть на тормоз нажмешь, он останавливается как вкопанный.
А иной раз тормозишь, он нифига не тормозит. С чем это связано, до сих пор я понять не могу. Я, конечно, не дальнобойщик. Не знаю всех особенностей грузовиков. Так, не понял. А чё? А, хотел сказать, чё они поехали? Они завершают маневр, оказывается. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, как Вилли Токарев пел в свое время. А вообще ничёшная такая, да, архитектура, смотрите. Там что такое? Эйфелева башня, что ли? Что-то типа этого? Да нет, вроде. Хотя, похоже. Очень даже похоже. Так, зеленый попался, хорошо. Надземные переходы, даже люди ходят. Круто. Что, сейчас тормозить будешь? Нам не надо такого. Довольно-таки большой городишко, однако. Стоять, 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 стоять! Фух, хоть здесь успел затормозить, елки-палки. То бы сейчас еще один красный собрали в свою коллекцию. А это бы очень не хотелось. Смотрите, метро, что ли, такое надземное? Поехал он. Тоже светофор. Я аж, блин, в сторону куда-то уехал. Да что ж такое, а? Не дают нам. Прям перед носом буквально зажигают красный. Как будто специально.
Нет, зеленая волна здесь явно не предусмотрена, да? Все, в принципе, можно. Можно дворники включить. Ехал без дворников все это время, да? Ну да. Бывает в жизни огорчение. Так, ну какой длинный город, а когда эти 30 миль уже закончатся? Давай проезжай. Наконец-то. Можно придавить многошетку. Так, это мы когда в следующий штат-то попадем? Плакат должен быть, по идее, да? А я что, с дальним светом еще херачу, да? Ребятушки. Ну это вообще, да, сверхнаглость, наверное. Так, что-то разогнался я сильно. Ямщик, не гони лошадей. Вот так вот. 66 миль пока. Шуруй потихонечку. Это что, самолеты там, что ли? Ну-ка. Хочу я глянуть. Вот это, да? Смотрите-ка. Точно самолет. Или НЛО. Да нет, на самолет больше похож. Думаю, что там так быстро перемещается-то. Так, а мы уже, судя по всему, в другом штате. Потому что сейчас мы, по-моему, заезжаем в какой-то город еще один, чтобы открыть его. Здесь уже 75 миль ограничения. Ну-ка. Это причем... Ага. Все, сейчас пойдет более широкая дорога уже. Да. И особых достопримечательностей здесь, скорее всего, уже не будет. Все,
Все, разгоняемся тогда. Мне вот еще одну достопримечательность надо, такую как место для отдыха. Навряд ли нам хватит на 525 миль. Вон, видите, здесь модовская карта уже, пустыня. А может и в реале оно так, кто его знает, да, хотя сомневаюсь. Да, здесь зато затяжные подъемы вот эти вот. Это, конечно, нечто. С другой стороны, грузовик прокачивать неохота. Если мы в этой серии заработаем... Ух ты, у нас 65, вот и водитель наш нам прибыль принес. Значит, работает. Вот, если мы заработаем там 25-30 тысяч, в следующей части, значит, будем уже покупать грузовик. Вот, ну, а посему этот прокачивать мне не очень-то и охота. Ну вот, более-менее разгоняется. И все равно на подъем. Но зато назад, если мы будем ехать... Да, сомневаюсь я, что назад. Мы будем ехать, если мы купим грузовик, мы окажемся где-нибудь опять в Калифорнии. Так, 450 миль осталось. Так, ну я бы с удовольствием разогнался, если бы грузовик у нас разгонялся. Ага, все. Чуть-чуть подъем, чуть-чуть закончился. И снова начался. Так, и кроватка у нас. Так, а далеко ли следующее? Ага, вот здесь, если что, можно будет отдохнуть. А потом аж только вот здесь. А нет, скорее всего, вот здесь вот мы передохнем с вами в этот... Флагстафф в нем, я так думаю, потому что надо по максимуму. Проехать по дневному времени. Так, а вот может заправку я зря проигнорировал. Кто его знает.
Долгая, конечно, долгая дорога. Спору нет, но... Я думаю, оно того будет стоить. Еще один оазис среди пустыни вам, пожалуйста, да? Куда я вообще уехал уже с дороги-то? Добро пожаловать. Так, скорость. Что со скоростью здесь? Притормаживают все. Да. С 65 сразу на 30. Так, земляк, подвинься. Здесь мне ничего открывать не надо, мне нужно просто-напросто в гостиницу. А хотя зачем я сюда вылез? Неправильно. Да, наверное, правильно. Нужно отдохнуть. И в ночь опять поедем, да? Как-то у нас неудачно время отдыха получается. Здесь, наверное. Да. Вполне себе. Так, опять, наверное, выплата по кредиту. Ну да. Так, и нам бы придется назад сдавать. Тихо. Так, нормально, все, выехали. Вроде нормально. Все, выбираемся назад на трассу. Тут каких-то 300 миль уже я не буду, наверное, серии восстанавливать. Доедем уже. Стоять. Не хочу я еще один красный светофор ловить. Так, а где у нас заправка ближайшая-то? Нам хватит вообще, чтобы не возвращаться? До сюда? Да должно хватить, в принципе. Должны мы дотянуть, я думаю, так. Так, еще сказал, должны дотянуть. Если должны, значит дотянем.
Так, давайте снимайте нам ограничения. О, нам надо быстрее попасть кое-куда. Так, а здесь же можно, по-моему, дальний включить, да? Дорога широкая. Здесь я никому вреда сильного не сделаю, если буду ехать с дальним светом. Уезжаем, можно сказать, на финишную прямую. Если это можно так назвать. Сколько уже вот эта музыка, интересно, раз по кругу прошла? Что-то я даже не считал. Но думаю, достаточно уже. О, что, неужели с горки мы поехали? Грузовик разгон начал брать. А главное не переусердствовать. Пойдет 76, пускай держит. А такое ощущение, что еле плетешься, да? Да, наверное, настоящая все-таки дорога между штатами. Хотя сомневаюсь, что там такие широкие. Я имею в виду, что вот пустыня и больше ничего. Сколько фильмов смотрел вот американских, в основном так оно и бывает. Но единственное, что дороги не такие широкие, мне кажется. Там, мне кажется, двухполосные, вот с желтой полосой посредине. Разделительный. Это, наверное, уже сделано больше для удобства, для того, чтобы скорость не так сильно ограничивать, потому что путь таки не близкий. Зато на такой дороге вот реально можно уснуть. Монотонность вот эта вот. Особенно если ехать без какой-либо музыки или еще чего-нибудь. Или вот семечки щелкать за рулем. Тоже, говорят, очень хорошо помогает от того, чтобы не заснуть. Так, ну каких-то 200 миль. Мы уже 1000 миль мы проехали, да? Не кисло. Не кисло. Я боюсь, как бы у меня на диске места хватило на запись этой серии. Все время поглядываю на индикатор записи. Пока записывает вроде. Да и вообще, вот, друзья, если вы уже досмотрели до этого места, с
скажите, нужны ли такие вообще длинные серии, или же все-таки делать перерывы? Такой вот, допустим, длинный рейс разделять на несколько серий. О, Нью-Мексико, наконец-то. Или же писать взахлеб, вот так вот, как я сегодня решил сделать. Слушайте, полицаев вроде нету, а? Но, видать, мы на подъем опять идем, грузовик не разгоняется. Топливо заканчивается. Ай-яй-яй. Нет, ни в какую не хочет он разгоняться. Наоборот, даже скорость падает. Неужели все на подъем, да на подъем? Так, и где заправка впереди? Должна уже быть скоро. Ну, говорят, когда вот красная становится, еще миль 100 можно проехать. Я надеюсь, нам все-таки хватит. Так, чё ж ты так падает-то скорость, а, друзья? Вообще, да, на подъем идем. Идем на подъем, вот и падает скорость. Перестроимся, пока там никого сзади нету. Вон она, заправочка впереди показалась. Хорошо. Значит, все правильно я рассчитал. Так, блин, ну скорость вот это меня напрягает. И вот этот подъем. Конечно же. В два раза скорость упала. Так, во, вроде взобрались, да? Пошел на разгончик наш Петруха. Осталось уже фиг да маленько, да, доехать. Так, только не заканчивайся топливо. Вот она, заправочка уже. Yes. Мы дотянули с вами, друзья. Все, отлично, полный бак. Поехали. Ну, теперь можно смело утверждать, что мы доедем. Мне вот все-таки интересно, как этот город называется, куда мы едем. Уж больно какое-то название замудренное у него.
что-то. А, биг, ук, ук, ук. Ну, наверное, в комментариях подскажут. Так, 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 так. Эта карта, видать, для любителей, вот, кто соскучился, допустим, по Евротрак симулятору, кому здесь мелкие вот эти вот рейсы как-то не по душе, наверное, вот она для них. Типа, вот вам просторы, вот вам баранка, вот вам семечек, стакан, и вперед, да? Здесь, наверное, уже дальний можно и вырубить. Да тут и город, не город, и... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, не надо торопиться. Добро пожаловать, вот, Альбукуэрг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 уэ
снес. Альбуквек. После серии в интернете посмотрю обязательно, как он называется. Может, это просто набор букв? Одноэтажный город такой. Безо всяких премудрствований. Так, ну а мы, наверное, опять на какую-то ферму сейчас приедем. А вон такой же, смотрите, Джон Дирчик, да, стоит? Как мы везем. Так, ну вот и мы, встречайте, блин. Какой путь мы долгий сделали все-таки. Надеюсь, вознаграждение будет таким же приятным, как и усталость от этого пути. Прям туда вот вам надо его, да, поставить. Нет, чтобы рядом вот с этим. Вам надо прям туда его, да? Ну хорошо. Сюда, так сюда. Сейчас как-то будем назад сдавать тогда.
Нифига себе, как это я с первого раза попал. Или не попал? Нет, попал. Отлично. Итак, па-бам. Нифига нам опыта дали. Круто. Так, дальние дистанции еще прокачать. Или дорогостоящий груз. Да дальние дистанции, по-моему, уже так не кисло. Давайте еще дорогостоящий груз. Пусть еще нам прибавляют. Или АДР-ку взять. А. Прокачаем уже все это дело. Давайте выезжаем отсюда. Все, привезли мы вам тракторок, господа хорошие. Дайте я здесь пока у вас чуть-чуть припаркуюсь, наверное. И передохну. Вот так вот. Ну, а с вами, дорогие зрители, я на сегодня буду прощаться. Вот, еще раз хочу попросить, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли такие длинные серии или такие длинные маршруты разбивать на несколько этапов. Ну, а на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем всего, друзья!